В ближайшие 3 года в Вологде будет построено 4 новых детских сада. Они будут размещаться в тех районах, где сложилась наиболее сложная ситуация с обеспеченностью детей местами в дошкольных образовательных учреждениях. На некоторых площадках работы уже начались. Подробнее смотрите в нашем следующем сюжете. В этом году дочка Татьяна Капустина не попала в сад. Малышке еще не было 2 лет. Но уже сейчас молодая мама думает, в какой детский сад отправить ребенка в следующем году. Выбор учреждений в микрорайоне Бывалова невелик. Ну вот 3 детских садика, я думаю, что не хватает, потому что все равно многие дети не попали, и получается все переходили уже вот на льнокомбинат в Ленок. Даже те, кому уже на 1 сентября было 2 года. Конечно, надо. Садик рядом с домом – это очень хорошо. На месте этого пустыря на улице Применина появится новый детский сад. Еще 3 дошкольных учреждения будут построены на улицах Псковской, Фрезеновской и Доронинской. Именно в этих районах самая большая нехватка мест в детских садах. В этом году главой города была поставлена задача обеспечить местами всех малышей, кому на 1 сентября 2013 года исполнилось 2 года. И сделать это удалось. Теперь поставлена новая задача – сделать так, чтобы в детский сад смогли пойти все малыши, которым исполняется 1,5 года. Решить ее городские власти намерены после окончания строительства 4 новых садов к 2016 году. Наша задача обеспечить детскими садами, местами в детских садах всех детей, кому исполнилось 1,5 года. Потому что при исполнении ребенку 1,5 года материнское пособие не выплачивается по истечению 1,5 лет. И очень многие мамы попадают в очень сложное материальное положение. Это с одной стороны. Ну и с другой стороны, конечно, нам нужны трудовые ресурсы на наших предприятиях и учреждениях. Это тоже для нас очень важно. Важно для нашей экономики. Деньги на строительство садов выделены федеральным бюджетом в рамках программы по модернизации региональных систем дошкольного образования. Всего новые сады смогут принять в общей сложности 1100 малышей. В этом году по условиям контрактов должны быть подготовлены строительные площадки. Уже начались работы по строительству детского сада на улице Фрезеновской. Территория расчищена. Этот детский сад будет сдан к середине 2015 года и сможет принять более 300 малышей. По проекту здесь, на Фрезеновской, будет построено современное дошкольное учреждение. Оно рассчитано на 16 групп. Молодые родители уже с нетерпением ждут завершения строительства. В любом случае нужен. Одним садиком в таком большом не обойдешься в микрорайоне. Район так и называется, молодежный. Здесь куча мам с колясок, куда ни выйди. Детей действительно некуда водить. Наш единственный сад, а ближайшие... Ну, ближе к площади Чайковского, либо к улице Северной. Это очень удобно. Работа по сокращению очереди в детские сады города ведется уже несколько лет. С 2009 года в Вологде были перепрофилированы и построены 7 детских садов. За это время создано 2600 новых мест для детей. Полина Салта, Михаил Прищев, Вологда-Портал.